Всем привет! Распаковываем очередные посылочки с AliExpress. Так. Ой, какая упаковка классная. Вот такое стекло на Lenovo 516. Упаковочки обычно приходит просто либо в какой-нибудь коробочке, либо между пенопластами. Здесь красивая упаковка была в пенопласте, как вы и заметили, то есть качественно упакованная. Посмотрим. Небольшая инструкция. Тут стандартно две салфетки и для убирателя пыли. Стекло целенькое. Вот наклеил стекло. Есть небольшие по миллиметру где-то. Ну, этот телефон в чехле. Чехол же закрывает тут бока. Немножечко несовпадение. Идем дальше. Так. Это у нас женские украшения. Вот такие. Стоили они недешево, там $1.5. И вот за $1.5 вот такой комплект. Сережки. Цепочка с кулоном, очень красиво смотрится. Это еще и браслет. Вот так все вместе это выглядит. Цепочка с кулоном, браслет и серьги. Последняя на сегодня. Женский кошелек у меня уже был, или точно такой, или похожий. Упакован так в пакет, здесь это у меня был черного цвета, это красного. Здесь отделение для монет. Здесь вот так вот, много отделений на карточке. Это вынимается часть, можно ее брать, можно не брать с собой дополнительно, на флешки, фото, карточки.
Здесь на кнопках все аккуратно прошито. Вот так он выглядит. Все, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.